Врачи больницы Аль-Акса в городе Дейр-эль-Балах призвали Израиль открыть контрольно-пропускной пункт Рафах. Его закрыли с начала операции в этом городе 6 месяцев назад. По словам медиков, палаты переполнены. На лечение пострадавших от ударов не хватает медикаментов и расходных материалов. Видеообращение врачей опубликовало агентство Рейтер. У большинства из пострадавших тяжелые ранения в области груди и живота. Им требуется операция и дополнительный уход в отделении интенсивной терапии. Таких людей очень много. Мы вынуждены работать в условиях острого дефицита основных медикаментов. После того, как закрыли пограничный пункт Рафах, у нас большая нехватка расходных материалов. Мы полностью зависим от помощи международных организаций.